Вчера в уральском городке с наклонной башней осенний срыв башни у местной жительницы стал причиной того, что Невенск после первого же дождика явно станет самым чистым городом на свете. Ну хорошо, не весь целиком, но по крайней мере в окрестностях дома, где эта дама живет. Очевидно, что с физическим здоровьем у нее все в полном порядке. Оно позволяло ей легко вышвыривать с балкона 5-го этажа хрущевки номер 13 по улице Ленина почти пудовые мешки со стиральным порошком в рамках акции «Только добавь воды». Как минимум 3 штуки пошли на запудривание окрестностей, которые она до этого заливала из банок какой-то бытовой химией. По зову прохожих примчалась полиция, и она, убедившись, что этот белый порошок действительно стиральный, на подмогу вызвала не своих коллег по части ОБНОН или войска химзащиты, а спасателей. К тому моменту, когда она, выкинув кроме моря порошка еще с десяток рулонов туалетной бумаги, принялась за офисную бумагу, то листы формата А4 устилали тротуар под ногами уже нескольких десятков зевак, в основном детишек и подростков, устроивших очень громкий возбужденный гвалт. А между тем опасность сохранялась. Не падающий лист словить себе на голову, а кое-что посерьезнее. Так, например, в толпу полетела сковородка. Сообщается, что после того, как в квартиру с порошкометательницей методом вскрытия проникли полицейские и провели между ней успокоительные мероприятия, она согласилась на прекращение огня, сдалась и уехала в плен на скорой помощи.